Скоро в Дубае балет «Золушка», австрийский пианист Рудольф Бухбиндер, Брамс, концерты классической музыки, «Надежда сердца», божественный кларнет, изящный скрипач-виртуоз, любовь и дружба музыкальных мастеров, золотой голос, четыре сезона Манхэттена, лирическая красота, мумий-тролль и Моргенштерн встретятся на спортивной арене с бойцами ММА из разных стран. Музыкальный вкус Дубая и неожиданное хобби Моргенштерна. Тимати. 2 месяца жил в Дубае, участвуя в съемках телепередачи «Холостяк», но так и не посетил Миньян. Если бы Тимати посетил еврейскую общину Дубая, ему бы не пришлось участвовать в съемках телепередачи «Холостяк». Экс-фигуристка, спортсменка ММА и глава бразильской мафии выступила с резкой критикой в адрес Дмитрия Романова за отсутствие кипы на его голове и присутствие интимного юмора на его концертах. А еще еврей, сын приличных родителей, прокомментировала глава бразильской мафии Дубая. Не так давно преподаватель русского языка приезжал из России, чтобы обматерить жителей Дубая, видимо, за их музыкальный вкус и любовь к Моргенштерну. Остается невыясненным, правда ли, что Павел Дедищев и Варвара Щербакова – это брат и сестра. Статистика зафиксировала рост инвестиций, сделок и бизнеса на территории ОАЭ. А между тем в соцсетях лидером по количеству просмотров и лайков стал пост «Как выжить в Дубае без денег». Видимо, все деньги ушли на инвестиции, сделки и бизнес. Полицейский Дубая раздает цветы и подарки, вместо штрафов, нарушителям дорожно-транспортного движения, надеясь повлиять на их поведение и не остаться без работы.